Сегодня мы будем плести браслет под названием Скуби-Ду. Техника эта пришла к нам из Франции, а плетется он из пластиковых шнурочков. У нас в России я нашла их в магазине Fix Price. Для этого браслета нам понадобится 4 шнурочка, но я беру 3, а один из них, основной, использую, согнув напополам, за счет чего он пойдет как 2. Вначале мы делаем колечко, которое послужит нам как основой, так и застежкой. Следующий шаг – это выбрать 2 шнурка основных цветов, из которых будет состоять ваш браслет, и мы прикрепляем их в это колечко. Ну вот, основа готова, и мы можем начинать плетение. Основной цвет браслета у меня голубой. Именно шнурком этого цвета мы всегда будем делать петлю, а фиолетовым шнурком перекрывать ее. Далее мы проводим ее снизу через петлю голубого шнурка и затягиваем. Итак, посмотрим еще раз. Делаем петлю из голубого шнурка, а фиолетовый проводим снизу и затягиваем. Так, давайте еще раз посмотрим внимательно. Здесь голубую петлю мы делаем справа. А теперь петлю из голубого шнурка мы делаем слева. И так мы должны чередовать течение всего плетения. Одна петля из голубого шнурка справа, и потом петля из голубого шнурка слева. Расправим браслет пальцами, потому что от этого зависит плотность рисунка. Ну вот, наш браслет готов.